Тимур, ну расскажи, когда ты понял, что бой с Владимиром состоится точно? Когда отправил деревяшку на пенсию, ну, сейчас мне не нравится то, что все говорят, я якобы его деклассировал и начинаю говорить о нем плохо. Я также уважаю, это чемпиона MC Fight Night 77 килограмм, но просто когда задают реванш, я говорю, ну а что сделал он для реванша, чтобы дал я ему реванш, и поэтому я говорю, я иду за чемпиона 84 MC Fight Night. И даже когда я зашел в этот офис, ну, в MC Fight Night, я понял то, что, ну, там, по сути, уже не осталось тех топовых бойцов, за которыми я следил. Вот вы сейчас с Владимиром и на дуэли взглядов были, и, в принципе, так пересеклись. О чем-то успели пообщаться? Ну, я объяснил ему то, что уже покойники не должны разговаривать. Я увидел страх в его глазах. Даже вот мой кот вот на этой футболке велся более презентабельно, нежели чем он. Он какой-то уставший. Мне кажется, он уже все, он уже смирился с тем, то, что пенсия уже пахнет. А вот как ты относишься к информации о том, что Владимир перед боем с тобой поедет как минимум на два сбора таких полноценных? То есть, наверное, это будет один из первых бойцов, который выходит против тебя и который точно потом не скажет, что там не был готов к бою. Да, все бойцы выходили против меня и все были готовы к бою, но дело в том, что я их деклассирую, и Владимир Минеев — это не исключение. Я не буду раскрывать все карты, но я уже вижу, как я просто-напросто смогу нокаутировать его. Я понимаю брешь в его защите, я понимаю то, что, ну, все равно, как бы ни говорили то, что я андердог, на самом деле я в этом бою фаворит, и у меня есть все ключевые факторы, чтобы выиграть его. Тимур, вот я тебя записывал в 2020 году интервью с тобой, ты говорил, что я учусь в РУДН и занимаюсь боксом где-то раз в неделю или два раза в неделю. В 2018 году Владимир Минеев уже дрался с Магомедом Исмаиловым, а что ты делал в 2018 году? Какой у тебя на тот момент был спортивный бэкграунд, спортивная форма, чтобы мы могли сравнить? Я был на их бою. И я в 2018 году и по сей день болел за Магу Исмаилову. А как ты, вот насколько ты тогда там был в форме? Чем ты тогда занимался? В 2020? 2018 год. Вот Владимир дрался с Магой, а ты, например? А я учился на, сейчас я вам скажу, на втором курсе РУДН. Ага. И занимался спортом? Ну, я занимался в основном плаванием, там, легкой атлетикой, поэтому у меня и такая сверхъестественная выносливость. Ну, я бы не сказал, что сверхъестественная, но для поп ММА по выносливости никто не скажет, то, что у меня она слабая. Угу. Тимур, а сколько, в какой весовой категории этот бой пройдет, сколько ты будешь весить, сколько? Владимир сказал то, что он хочет весовой категории 86 килограмм. Я понимаю то, что, ну, он весит под 100 килограмм, он будет сбрасывать, и в момент боя он будет весить 95 килограмм. Но мы все знаем отлично пословицу: какой бы ни был сверху бык, на банке пишется тушенка. И поэтому я считаю то, что, ну, сколько бы он ни весил, все равно он будет бить жестко, хлестко, как и 84. Но меня радует тот фактор, то, что уже не сможет никто оправдывать его, когда он проиграет. А сколько ты будешь весить? Скорее всего, буду весить 85-86 килограмм, ну, это прям край. Но мне что нравится, то, что мне не надо сейчас не гонять, когда Дима Бекрёв сказал то, что до 83 килограмм, в итоге он сам еле как 82-900 уложился в лимит. Ну, поэтому мне не надо будет гонять, и я перейду на свою самую любимую замечательную фармакологию, это пельмени. А кто тебе нужен как спарринг-партнер, чтобы к Владимиру Минееву готовиться? У меня уже есть все описание. Соколов Вячеслав, мой тренер-наставник ЦСКА, он уже там подвел 5-6 спарринг-партнеров, и мне кажется, люди просто не смогут отказать мне в предстоящем моем бою, чтобы готовиться. Ты сейчас можешь сказать, что у Владимира Минеева есть какие-то бреши, там уязвимости, дыры, вот чисто технические? Я вам не скажу, что, потому что он тоже посмотрит это интервью и подумает, что надо делать как-то это, защиту от них. И мне кажется, то, что наш геймплан со Славой немножко перейдет другой. Также вот Константин Михайлович Кружков тоже нашел пару брешней в его защите. И мне кажется, то, что, ну, у каждого человека есть она. Ну, смотри, вот здесь ребята там, кто давно пишет про единоборство, ты за ними следишь, но объективно всем кажется, что у вас чуть разные уровни, как у спортсменов, у тебя и у Владимира. Ты прям реально рассчитываешь победить его по правилам бокса? Ну, смотрите, у меня разный уровень и с Бекрёвым было.
У меня разный уровень был с Зелимханом, пулеметчиком, с Арби и Миевым. Но их можно перечислять. По сути, если так взять, я иду на серии чисто из побед. Где-то меня заслуживали, где-то один лаки панч случился. Но поэтому я считаю то, что да, может быть, он где-то грамот получил и больше, но на самом деле то это ничего не влияет. Ну да, он будет просыпаться и засыпать с этой корочкой мастера спорта, а у меня будет огромнейший чек, и поэтому я просто-напросто я должен выиграть этот бой. У меня есть план, я выиграю Минеева, потом иду за Магомедом Исмаиловым, выиграю Магомеда Исмаилова, и потом обоим им даю реванш, но уже чуть за другую большую сумму. Поэтому я уже просчитал все и иду к своей цели. Бой с Минеевым самый большой гонорар в твоей карьере? Да. Спасибо Сергею, это один из это самый большой гонорар вообще за всю историю по ММА индустрии. Мне кажется, никто не получал столько денег, сколько получаю я за этот бой. Давай представим, ты побеждаешь Минеева, побеждаешь Исмаилова, становишься богатым человеком, чтобы мы примерно понимали потребности, а на что ты потратишь эти деньги? Я, скорее всего, поеду и побью уже Джека Пола, Логана Пола и все. И уже потом мы можем подумать, на что я буду тратить свои деньги. Владимир сказал, что поедет сначала в Кисловодск, потом в Дагестан, чтобы подготовиться к бою с тобой, в том числе. Как будут выглядеть твои сборы? А я вам не скажу. Дабы сохранять интригу, я не буду об этом говорить. Да, он все рассказал, там, с кем он будет боксировать, как он будет боксировать, как он будет готовиться. Но, опять-таки, это ключевой фактор, чтобы он потом не соскакивал, то, что я не был готов. Ну, хотя Минеев никогда не относился к боям, я имею в виду холодно. Вот, ну, как Бикрев сейчас заявляет, то, что он не готовился там на 10-дневном уведомлении, хотя он знал, да, узнал о нашем бою раньше, чем я. Дмитрий вот сейчас в том числе говорит о том, что он не очень, не то, что не понимает, что ты сейчас делаешь, но считает, что ты копируешь много разных персонажей, в том числе там и персидского дагестанца, еще людей в раскрутке боев, в трэш-токе. Насколько ты с этим согласен? Давайте не забывать то, что король попа ММА это я, и все начали копировать меня в этой фразе. А потом яйцо на лицо разбил ему об голову персидскому дагестанцу я, и благодаря мне он хайпанул. Поэтому я считаю то, что все сейчас копируют меня, потому что каждый из них, я смотрю, они начали закидывать посты. Если ты пройдешь Тимура Никулина, вот у персидского дагестанца, я дам тебе бой. Да ты кто такой? Ты вообще никому не интересен уже в последнее время. Ну, за тобой уже никто не следит. А на сегодняшний момент самый обсуждаемый и кто делает действительно просмотры, это я. Ну, базара нет, меня можно засудить, я могу проиграть, может быть бой в ничью, но я всегда за закатываю самые фантастические рубки, и всегда зритель будет доволен. Да, где-то, допустим, вот, ну, как получилось у меня бой на AMC Fight Night, неудачный дебют, где-то Lucky Punch сработает, и вот такое тоже может произойти. Борода у всех одна, но просто дело в другом, то что, ну, благодаря мне люди поднимаются, и благодаря мне любой промоушен, ну, растет, и каждый промоутер знает и хочет работать только со мной. Как ты думаешь, чистый ли спортсмен Владимир Минеев в плане использования запрещенных препаратов и чистый ли спортсмен Тимур Никулин? Я считаю, то, что, ну, Владимир Минеев и Тимур Никулин – это два абсолютно чистых спортсмена. Но мне кажется, то, что ему нужно что-то проколоть, чтобы продержаться в нашем, ну, 6 раундов. Мне кажется, ну, у него и выхода не будет, надо ему пользоваться чем-то. А что может против пельменей? Же вообще ничего уже не поможет. Уже я знаю то, что… Но я, скорее всего, и отправлю ему, куда он, в Дагестан или Кисловодск первый едет. Скорее всего, отправим ему туда сибирскую коллекцию одну. Пускай попробуй себя и почувствуй себя сильным пацаном. Вот Владимир дрался 25 минут с Магомедом Исмаиловым, например. А почему ему будет тяжелее драться с Тимуром Никулиным 18 минут? Дело в том, что Дмитрий Бикрев тоже дрался 25 минут с кем-то, защищал свои поясы. Одного вы видели на 4-м раунде, он уже просто хотел со мной бороться и уже не мог, избегал этого боя. То же самое будет и с Владимиром Минеевым. Но только дело в том, что давайте не забывайте, Владимир Минеев – это базовый именно боец, кикбоксер, боксер и так далее. Там много там регалий можно перечислять, но дело в том, что чем круче гора, тем лучше ее брать. Поэтому мне кажется, то, что, ну, здесь просто это будет фантастическое шоу, когда вот, ну, мастер спорта по боксу, действительно международный мастер спорта по кикбоксу, и упадет от моей руки.